перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Поехали, да, там, значит, что там, дайте почитаю. У нас, йоу-йоу-йоу, всем привет, здрасте, йоу-йоу-йоу. Так, нихуя интересного, короче, да, нихуя. Ладно, короче. Е-бой, е-бой.
Так, здрасте всем, здрасте. Добрый вечер, добрый день, здравствуйте. Ух, ебать, Роман Ганс, ты такой, блядь, ну просто, блядь, вообще охуенный пацан, блядь. Самое главное, оригинальный вообще, просто, блядь. Давай еще что-нибудь скажи. Какие-то они странные, ну ладно. Так. Добавить ревербрацию на хэты. Окей, хорошо, чувак, как скажешь. Попробую. Попробуем, блядь. Что у вас нового? Давайте, рассказывайте, что происходит в мире хип-хопа. Новые бифы, новые интриги, расследования. Грязные стринги. Кто там, что вообще, кому, откуда. Давайте, я жду, блядь, ваших новостей. Я просто не читаю интернет. Мне лень, и там ничего хорошего нет. Давайте, я жду. Вы пока пишите, а я буду ебашить, окей? Договорились? Ну, думаю, да. Потом заодно прочтем, что там у нас. Трамп долбоеб, согласен, вообще, блядь, дурак какой-то он. Как вы вообще смотрите на то, чтобы, допустим, запустить такую хуйню, как, типа, ну, как это называется, трансляции, короче, где я буду писать битло, может, показывать вам что-то, какие-нибудь видеоуроки там, есть такое вообще, есть какой-нибудь такой, короче, интерес к этому? Если есть, можно будет попробовать организовать это все, потому что, я так понимаю, сейчас... Интернет, он такой, типа, да, супер быстро развивается. Ебой. Тогда буду думать об этом. Потому что давно хотел, но что-то как-то не подходило у меня время к этому. Вот. А сейчас, надеюсь, что-нибудь придумаем. Я не умею создавать канал на YouTube. Я, блядь, человек старой закалки. Я, блядь, знаю, как выложить фотографию в Инстаграм и как забанить долбоебов, короче. А остальное, блядь, для меня дикий мрачный лес, короче. Я не успеваю за этим всем, поэтому если кто-нибудь мне поможет в этом деле, там, как этот канал мутить и вообще что с ним делать, то я, блядь, выйду на коннект и мы можем что-нибудь придумать. Нет, альбом инструменталов я точно выпускать не буду. Это гнилая хуйня, которая не приносит никаких денег, ничего. Вот. Поэтому... Будем, наверное, делать все-таки канал какой-нибудь на ютубчике, чтобы все, короче, проперлись. Вот такую хуйню берет. Вот. Миша Зейналов, я ебал твой рот, иди нахуй. Как тебя забанить, блядь, уебище тупое, блядь, иди нахуй. Идем дальше, так, бочку прямую, блядь, да, у нас будет сейчас, кстати, у обоймы, будет скоро альбом, и на нем будет очень интересный трек экспериментальный, где мы сделали прямую бочку. Вот, ну не я сделал, там, битмейкер, но мы над этим треком еще поработаем, так что будет экспериментальная движуха. Вот. Что еще вам рассказать? Может, помахать кому-нибудь? Suicide Moods помахаю, чтобы он не был таким грустным. У меня нет сайта, где послушать биты. И мои биты только при мне. Я не продаю их на общее обозрение. То есть исключительно напрямую с заказчиком и мной. Биты дальше никуда не уходят. Охуенный я там, ёпта, блядь. Просто, блядь, пиздата я.
Так, что еще там интересного писали? Короче, я подумаю насчет, насчет канала. И что? И будем что-нибудь думать. В обраточку. Здоровья всем, мира, любви, понимания, терпения. И всего хорошего. Спасибо тебе, Анатолий. В общем, вот. По какой программе мучу. Будем работать только в лоджике. Но, на мой взгляд, как бы сейчас практически все работают, ну, там, в разных секвенсорах, поэтому принцип будет один и тот же. То есть я буду показывать, как работает тот или иной синтезатор, как правильно расставлять ударные, как, какие там делать обработки с ними, там, и какое-нибудь такое, короче. Ну, интересное. Мифедрон ебанулся, что ли, блядь? А, вот, поэтому что я могу сказать? Будет все очень прикольно, интересно. Попробуем что-нибудь сделать, если... Если все получится, то будем ебашить плотничком. Вот. Скидывайте, да, пишите там, в директ, что кого. Если есть какие-то мысли по этому поводу или там, ну, какие-нибудь предложения, тоже все рассмотрим, почитаем. Как сводить, да, я думаю, это тоже организуем, потому что я посмотрел там YouTube, и особо там ничего такого по этому поводу нет. Покажем, как сводить биты и как сводить голос. Вот. Наверное, будет это все в ближайшее время. Я не отвечаю в директе. Я но в директе долбоебами, как чуть выше там пишут. Поэтому как бы иногда, ну, не получается там. Ебать. Вот. Поэтому, короче, в ближайшее время я это все придумаю. Кто там мне что накидывает, пишите, и будет интересно почитать это все. Что бы вы хотели там вообще увидеть? Хватит к этому, наверное, такие вот новости. Потому что я так понимаю, что сейчас все больше смотрят. Смотрят, чем читают, поэтому... Ебать. Так. Все упало, что ли, блядь?